Всем привет! Ну что, ребят, сегодня у нас будет обзор на Афину, на китайке. Она прокачана уже в топ, вторая эволюция, максимальная прокачка, 10-я звезда, плюс на ней стоит уже новая ремка, собрана в один сет, которая дает там где-то на 60 больше, по-моему, атаки и на 1000 жизни больше, чем обычная, если собирать так 4 слотами. Так. Вот такая вот сборочка стоит. Передача энергии 5-5. А здесь стоит у нас крит и крит урон. Ну, я пока, честно говоря, не заморачивался. А почему такая сборка, вы сейчас увидите. Ну, сейчас мы просто ее потестируем на таком умении. Сколько она будет дамажить. Так, ну вот. 14 до 25 крит проскакивает. Двадцать один, семнадцать, тридцать один даже есть крит. Она стоит сейчас в топоре. Вот в районе 30 тысяч криты проходят. Окей. Так. Вот новый интерфейс у нас. Сложно все запомнить, все немножко по-другому. Так, теперь качаем ей десяточку. Есть, вот она у нас уже десятка, 10 с 10. Идем смотреть разницу. Ну, тут уже явно криты больше будут. Сейчас найдем здание более прокачанное. Так. 53 обычный, 46. Видите, насколько разница, да, уже? Практически в два раза, даже больше. Сорок пять, 80, даже в три раза. Это без основного таланта она у нас собрана. Ну, отлично, вот теперь уже урон получше у нее. Жизни, конечно, у нее мало очень. Так, окей. 10-10 есть, идем качаем ей 11 скилл сразу. У меня пока 12 не открыто. Надо больше будет героя прокачать. Честно говоря, некогда этим заниматься. Так. Надо отдать аккаунт китайцу на прокачку. Так, отлично. Камней у нас здесь хватает. За пары с этим нет. Так, на ком ремка у нас еще стоит? На ворожее. Ставим на Минотавра. С одной стороны, очень удобно. Одна руна, ты себе взял и поменял. Но немножко неудобно в том плане, что обычные руны, если одеваешь, они меняются друг с другом. То есть одна спадает, вторая появляется. И так все время все меняется. Кстати, как-то Минотавр стал намного меньше бить. Не знаю, почему так. Но тут вот нормально вроде ударил. Так, отлично. Сейчас Анубисом сольем. Видите, благодаря тому, что на нем стоит железная воля, Минотавр все равно будет бить, даже если там будут орнитоптеры лететь. Так. Идем в судьбу. Качаем дальше. Не хватает нам значков почета.
использовать и продадим немножко книг. Все, теперь должно хватить. Так. процента, хотя раньше выносил полностью без проблем. Ну, афинка неплохо дамажит. Так, всего 46%, жесть какая-то. Сорок три. Да ладно, что они с Минотавром сделали? Что за фигня? Так, отлично. Качаем дальше. Это вторая Афина, первая у нас с воодушевлением. Ну, из-за того, что нету пока скина, я не смог объединить двух в одну, поэтому прокачал пока только вторую. Первую забросил с воодушевлением, в принципе, она мне не особо сейчас нужна, поэтому решил все-таки качать для лабиринта, для фарма. Так, 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 сидим сюда. Так, еще надо один раз набрать. А у меня тут нету этих. К сожалению, нет. Продать за золото. Хотя, в принципе, думаю, сейчас быстро нафармим. Так, есть. Неплохой у нее дамаг, 10-10, это еще она без талантика сейчас, но уже дамажит очень прилично. А если учитывать количество ударов, которые она наносит, то вообще супер. Так, есть. Побежали дальше. Так, что у нас есть? Афина, используем 5 камней, отлично. Даже можем немножко дальше ее подкачать. Все, дальше у нас не хватает, до 25-го даже докачали. Так, смотрим теперь разницу на 11-м скилле, что она будет сейчас выдавать. Очень интересно это посмотреть. Ну, 127 тысяч уже бьет. Крит увеличился. Отлично просто. Ну, ратушу с двух залпов, по-моему, снесла. Да, бомбардировка неплохая уже, скажем так. Единственное, что, конечно, она бьет все рандомно. Это минус. Окей. С этим мы разобрались. Ну, а теперь самое основное, для чего я качал ей крит. Мы на ней все-таки используем грубую силу. Хочу сделать тест на китайке. Где еще его делать, как не на китайке? Тут грубые силы полно. Так, где там наш талантик? А, сейчас гляну, что у меня там на смене. Нормально, можно менять. Делаем новую имбу. Использовать, окей, окей. Афина, заменить. Все, вот такая у нас сборочка. Идем теперь потестим ее.
Смотрим. Ну тут она сейчас должна, по идее, раздавать сплюшки. Конечно, здесь ремка. Ну, сейчас посмотрим, проверим. Ну, жестко она бьет, но это еще не максимальная прокачка пока. 87. Как хранитель долбит 45-40. Жесть просто. Да, тень, конечно, отлично дамажит. Ничего не скажешь. Так, ну-ка тут сейчас проверим. 57, 74, ну по 100 выдает пока, 146, 165, не знаю, 184 даже было, круто. Да, урон неплохой уже, это уже 11-11. Сейчас мы сделаем ей. Вот так вот. Тут теперь у нас такая Афина. 8-8 бог войны. Правда, 11-й пока скилл. Но скоро мы его докачаем. Передача энергии. Идем тестить опять. Сейчас посмотрим, что у нас вообще будет получаться здесь. Так, давайте где-то отсюда от друида. 124 тысячи. Ну, если крит проходит, там просто герой, походу, пропадает. Так, надо найти какого-то жирного героя. На нем протестировать. Очень интересно посмотреть урон. Вот есть хранитель. Сейчас самое главное об хранителя не убиться. 80. Нет, тут нас сольют. Так. Стрелок нам будет мешать. Вот пробуем тут. 200, по-моему, крит проскользнул. Гаргул просто улетел. Ну, опять же, видите, она рандомно бьет и все. Конечно, если бы она била ближайшие цели, было бы, думаю, намного интересней. Так, смотрим тут. Ну, в районе 200 тысяч выдает. Это с одной плюшки. Я считаю, это отлично. 20-25 ударов. Правда, все криты не пройдут. Но думаю, будет очень интересно. Сейчас пойдем мы протестируем в других локациях. Ну, как видите, Анубис 214. Отлично просто. Да, жизни у нее, конечно, маловато. Но думаю, интереснее, чем бог войны. Так, идем на арене потестим. Посмотрим, что она на арене сможет сделать. Так, эту убираем, ставим вот эту. Сохранить. Изменить, пускаем ее одну, будем смотреть. Так, ну вот. Пошли, ну, критует она не часто, но, в принципе, вот по камню можно увидеть 250к. Это ее нормальный урон. Отлично. Вот есть Анубис, интересно тоже будет посмотреть. Хранитель. Тут сейчас тень убьет или не убьет. Нет, тень не убьет. Ну, она сама себя заряжает все время. Все, кристалла просто нет. Так, идем этого посмотрим. Вирт-шоу. Так, смотрим, кто там остался у нас. Ну, дамажит она реально жестко. Конечно, ее слили. Так, давайте вот этого посмотрим. Не знаю, по урону мне очень нравится. То, что она делает, это, конечно, жесть. Так, ну тут Гаргул включился. Опять нас слили. Идем еще эту стыковкой попробуем. Так, 100, 172. Жесть полная. Смотрите, там остался только один Дрейк, бедолага.
Я думаю, она сейчас просто ушатает кристалл быстрее, чем Дрейк. Так, стан. Все, пошла жара. 300, 300. Нет, Дрейк успеет. Жесть. Дрейк успел. Так, хорошо. Смотрим на экспедиции. Что она будет делать на экспедиции в такой сборочке? Какой будет урон тут у нас? 68, 73. Ну, неплохо, неплохо. На 12-м, думаю, под сотку будет. Там еще увеличатся базовые параметры. Я считаю, очень даже приличный дамаг. Учитывая то, что когда проходит крит, урон увеличенный, и у нее 25 ударов, то от нее вы тоже, как и от Фрея, не спасетесь. Так. Идем теперь в интересную локацию. Лабиринт. Ради чего я, в принципе, ее качал. Так, ставим ее. Ставим Фрею как танка. Сохранить. Вперед. Старт. Смотрим. Но тут, я думаю, у противников без вариантов. Они качаны у меня на 11. Вот есть еще вражеская фрая. Сейчас посмотрим. Вот это был игрок. Ну-ка, кто кого? Он меня сделал. Красавчик. Давайте дальше посмотрим. Так. Вторые эволюции. Ну. Так, череп против нас. Ну, не успеем. Не успеем, конечно, мы черепа слить. Но урон очень даже ничего. No name. Ну-ка, сейчас посмотрим, что у меня тут собрано. Так, хранитель. Малышник. Уберем эту Афину. Поставим вот эту. Битва. Правда, герои тут сейчас не собраны, но ради теста хотя бы посмотрим, что у нас получится. Просто замяли. Я-то думал, там будет какой-то сейчас разбор. Нифига. Просто замяли. Так, смотрим. Новый сундучок с новым героем. Так. Так. Тут, по-моему, первый наш. Тут тоже надо будет полностью всех пересобрать. А, это бьет впереди, как одержимый. Сейчас мы его быстренько убьем. Ну, не знаю. В принципе, вариант очень хороший для PvP-локации. Сейчас еще затестим на забытой пачке. Ну, а так мне очень-очень нравятся параметры. У меня БВшная на основе. Я решил здесь с грубой силой прокачать. И действительно неплохо смотрится она. Ой, я тут против каких-то нубасов. Так, сейчас мы тут поменяем. Создать команду. Так, она у нас в этой пачке. Сохранить. Вот вроде какой-то топ, наверное. Сейчас посмотрим, проверим его. Да, вот такая у него пачечка. Ну, я вам скажу, прилично дамажит. Сливает. А на аре не блочится. Это очень большой плюс. Тут тоже мы без проблем справились. Отлично. Побежали дальше. Вот ворожай какой-то уже есть. Давайте тут посмотрим. Против пачки с хилом. Вольт. Ух ты, нифига себе. Да ну нафиг, это жесть просто. Они просто все пропали. Круто. Ну, честно говоря, мне очень нравится. Очень, очень, очень неплохой составчик получился. Фрея плюс она с грубой силой. Просто тащат. Нагибаем китайскую. О, вот здесь есть Фрея. Давайте тут попробуем. Тоже интересно посмотреть. Вольт. Ух ты, фига себе. Ай-яй-яй, ее раздали. Обидно. Ну, у меня герои тут не собраны пока.
Но все равно она продержалась вроде нормально и тащила. Конечно, нас сольют. Это однозначно слив сейчас будет. Так, тут тоже пачка, как у меня с Купидоном, но у меня мои как-то поживучие вроде смотрятся. Все, до свидания. У третья пачка у меня, к сожалению, сливная. Тут без вариантов, она не прокачанная совсем еще пока, к сожалению. Но... Так, отлично. Обновим. Давайте посмотрим тут что. Ну, вроде круто смотрится. Крита хватает. Еще надо 12-й, конечно, и прокачать. И она просто всех выносит. Плюс Фрея. В паре работают. Хорошо. Будем уже тестировать ее конкретно в лабиринте. Так. Ну, попробуем. Вдруг тут ремочный хранитель посмотреть, будет ли она сливаться сейчас на нем. Да, вот пошла обратка по 90 тысяч. Но все равно ушатала и не умерла. Интересно. Тут герой с грубой силой. Грубая сила тащит. Так, тут сейчас кубчик. Должен дать баф. И Некрос просто их ушатать должен. Вот так вот, ребят. Ну, не знаю, пишите комменты. Как по мне, очень интересная сборочка. Грубая сила все-таки круче, чем бог войны, тем, что если критует герой урон увеличенный. Поэтому, как бы, есть смысл ставить грубую силу. Мне нравится. Не знаю, как вам, но мне очень даже нравится. А вы пишите уже комменты, как вам такая вот сборочка, что вы скажете. Возможно, на основе, если будут лишние грубые силы, тоже поменяю. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, репостики и прочую хрень. Всем пока.